микрофоном, чтобы все-таки все наши слушатели, которых достаточно много онлайн, могли присутствовать. Не просто присутствовать, но и слышать, в общем, всю нашу дискуссию. Все, поехали. Да, всем добрый вечер. Спасибо большое, что пришли. У нас сегодня по плану лекция Марины Симаковой. Чуть больше про Марину расскажет, собственно, сама Марина и про свою лекцию «История русского космизма». Я представлю ее в первую очередь как преподавателя факультета современного искусства Высшей школы среды обучения. Меня зовут Ирина, я руководитель этого факультета. Если будут какие-то вопросы по нашей программе, то после лекции приходите и задавайте. В частности, для вас, для всех у нас есть еще дополнительные флаеры, из которых можно узнать, в общем-то, всю нашу программу. Отдельно хочу поприветствовать всех тех, кто у нас, как обычно, присоединяется на онлайн-трансляцию. Мы вас о вас помним, уважаем ваши вопросы, поэтому не стесняйтесь, в комментариях пишите, мы обязательно зададим их все нашему лектору, и Марина обязательно на них ответит. Вот, всем приятного вечера, передаю слово Марине. По поводу факультета, вопросы ко мне, я в конце обязательно все расскажу. Приятного вечера. Спасибо, Ирина, спасибо вам, что пришли, что решили провести сегодняшний декабрьский вечер со мной. Собственно, я могу довольствоваться тем представлением, которое Ирина озвучила. Ну, и мы сегодня с вами действительно будем разговаривать о русском космизме, как о философской традиции или квазитрадиции, о чем я скажу позднее. И сразу же я перейду к своей презентации и начну с вопроса. Когда мы слышим слово «космизм», у нас, вероятнее всего, в голове рождается целый пучок ассоциаций. И даже еще не начиная разговор о русском космизме, безо всякого, да, определения, само слово «космизм» может вызывать целый сон, значит, сомнений и предположений. Что же такое космизм? Да, мы можем с вами подумать, что космизм — это специфическое самосознание, специфический способ относиться к миру и соотноситься с ним. Мы можем понимать космизм как мироощущение себя в мире и, скажем, мира в себе. Мы можем понимать космизм как нечто, отсылающее к космологиям, то есть к тем представлениям об устройстве Вселенной, которые существовали в разное время, свойственны разным религиям и системам мысли. Иногда говорят, что космизм — это религиозное или мистическое учение. Вместе с тем в космизме достаточно силен научный компонент, даже если мы ничего с вами не знаем о космизме, никогда о нем не слышали. Мы сразу задумываемся о космосе не только в его исконном античном значении, космосе как порядке, но и том космосе, который можно открыть с помощью оптических приборов, которые можно улететь с помощью космических кораблей и так далее. Так что же такое космизм? И я сегодня попытаюсь частично ответить на этот вопрос. Вы увидите, что отчасти космизм, вообще и русский космизм, в частности, о котором мы сегодня поговорим, он вбирает в себя или даже является отличной репрезентацией всех этих ассоциаций или всех этих элементов смысловых, которые вы можете видеть на слайде. Но прежде чем мы с вами пойдем дальше, я хочу несколько перевернуть типичный формат лекции и обратиться к вам, спросить, есть ли у вас какие-то предварительные вопросы. Зачем мне это нужно? Я не первый раз затеваю, да, разговор о космизме, читаю о нем лекции, и каждый раз сталкиваюсь с тем,
что у моих собеседников и у моей аудитории совершенно разные ожидания и целый набор специфических вопросов, ответы на которых они хотели бы услышать в течение лекции. О космизме, о русском космизме можно говорить очень долго. И вот мне бы хотелось узнать, может быть, у вас уже есть какие-то вопросы, что-то, что вас тревожит, какие-то гипотезы и опасения, которые я могла бы подтвердить или развеять вот в течение сегодняшнего вечера. Может быть, есть что-то, зачем вы специально сюда пришли, что-то, что вы хотите узнать? Есть какие-то предварительные вопросы? Да, да, да. У меня есть вопрос. Не знаю, может, микрофон лучше говорить? Да, у меня есть вопрос. Вот, скажите, пожалуйста, правда ли, что у космизма такие узконаправленные перспективы, так сказать? То есть это какая-то наука для определенного круга людей, каких-то, не знаю, фанатов, подвижников? Возможно ли вынести эту науку или, не знаю, как сказать, философию, да, в более широкий круг, так сказать, почитателей и как бы доступности для многих людей? Потому что, насколько мне кажется, космизм многих поначалу отталкивает. Спасибо. Спасибо. Так, хорошо, я обязательно постараюсь ответить на этот вопрос по ходу лекции. Еще есть какие-то вопросы? Да, Марин, пока все думают в зале, у нас есть в трансляции вопрос, да. Является ли космизм частью новых материализмов и близок ли он к спекулятивному повороту философии? Или же космизм — это что-то уникально русское? Хорошо, отличный вопрос, я тоже к нему вернусь. Ну что, тогда давайте поедем дальше. У нас есть два вопроса про спекулятивный реализм, новый материализм и про то, насколько космизм — это специфическое или герметичное учение, как можно его сделать более массовым, если я правильно поняла вопрос. Я действительно постараюсь ответить на эти вопросы, но сразу начну с некоторых собственных тезисов. И первый мой тезис заключается в том, что русского космизма не существует. А что я в данном случае имею в виду? Русского космизма не существует как философской традиции. Это нужно понимать и помнить всякий раз, когда мы имеем с ним дело. Когда мы сталкиваемся с космизмом, оказываясь на той или иной выставке, когда мы читаем работы тех или иных философов, которые заявляют о себе как о космистах, или которые впоследствии, а так чаще всего и бывает, причисляют к этому направлению, как отдельная философская традиция, космизма не существует. Потому что... потому что какие у нас вообще с вами есть критерии интеллектуальной традиции или философской традиции, теоретической традиции? Ну, обычно мы представляем с вами людей, которые объединены в некоторый кружок, например, младогегельянцы, и они испытывают влияние, значит, того или иного сильного интеллектуального течения. А если не так, то мы можем с вами говорить о некоторых людях, персоналиях, которые, может быть, и не составляют какой-то отдельной группы, но, тем не менее, испытывают взаимное влияние, находятся в диалоге или в постоянной полемике друг с другом, даже если они живут в разное время. Да, в этом смысле спекулятивный реалист Миису, обращающийся заново как бы через века к наследию Юма или Канта,
связан с ними куда больше, чем представители русского космизма между собой. На слайде вы можете видеть фотографии наиболее типичных представителей, как это считается, русского космизма: Николая Федорова, Константина Циолковского, Вернадского и Чижевского. Так вот, если мы посмотрим на тот корпус текстов, который остался от них, и если мы внимательно прочитаем, что там написано, мы заметим, что, во-первых, между ними практически нет преемственности, а во-вторых, они не полемизируют друг с другом. Или, по крайней мере, не полемизируют, и не соглашаются. Ну, есть еще один способ сконструировать теоретическую традицию, когда та или иная группа теоретиков или мыслителей ставит одну или схожую проблему и предлагает для нее различные способы решения. Даже здесь, когда мы читаем тексты космистов, складывается ощущение, что проблемы они ставят несколько разные. И в этом смысле очень сложно говорить о некотором космистском каноне. То есть русский космизм, или то, что мы называем русским космизмом, это традиция, сконструированная постфактум. Это традиция несколько искусственная, традиция, чьи представители обращаются к совершенно разным текстам, испытывают влияние различных философских течений, ставят разные философские вопросы и не предлагают никакой системы, отдельной системы познания, там, развивая ее друг за другом и так далее. Их представление и о том, как устроен мир, да, о бытии, и о том, как этот мир можно и нужно познавать, расходятся. И даже Николай Федоров, философ, который считается родоначальником русского космизма, далеко не для всех представителей этого течения является общей точкой референции. Это очень важный момент, и это действительно то, что, пожалуй, серьезнейшим образом отличает космизм в ряду любых других философских течений, будь то фрейдизм, марксизм, постструктурализм, философия жизни и так далее. Однако этой традиции удается ухватить вместе какие-то важные мотивы и сюжеты, и поэтому мы, собственно, получаем возможность говорить о текстах ее представителей вместе. Ну, или, по крайней мере, как-то соотносить, сопоставлять. Хотя, на самом деле, это непростая задача, потому что, как я уже сказала, между ними не так много общего. Дальше я покажу вам картинку. Я буду иногда показывать какие-то работы современных художников, но я сразу хочу предупредить, что я делаю это не для того, чтобы предложить прочтение этой работы или какую-то интерпретацию, а исключительно в таких инструментальных целях. То есть работа будет иллюстрация к тому или иному тезису. Это важно, потому что, как правило, я стараюсь этого не делать. И мне кажется, очень важно не использовать художественные работы в качестве иллюстраций к определенным тезисам, потому что они самобытные, не автономные, но содержат некоторое сообщение. В данном случае я буду делать не так. И, возможно, в конце лекции для нас прояснится, почему. Вот одна из работ, это работа Арсения Жиляева 2017 года, это инсталляция,
фотографию которой я использую здесь именно для того, чтобы проиллюстрировать тезис о том, что русского космизма не существует. Вы, что мы видим на этой фотографии? Да? Мы видим звезду, а мы видим, что в каждом треугольнике этой звезды лицо одного из представителей русского космизма, будь то Федоров, Вернадский или Циолковский. И тем не менее звезда позволяет некоторым внешним по отношению к этим мыслителям образом их связать воедино. Я не буду сейчас заниматься какой-то дополнительной спекуляцией и пытаться проинтерпретировать, каким образом они связываются воедино, да, политическим или религиозным, или каким-то еще, потому что космизм уже постфактум обнаруженный, как и сконструированный, как некоторая интеллектуальная традиция, мы мыслим, как общее дело для них. Тем не менее, действительно, теоретики, космисты, их, наверное, можно представлять в виде, ну, если не звезд, то констелляции таких различных теорий. Я перейду сразу ко второму тезису. Он заключается в том, что у русского космизма нет истока. Ну, на самом деле истока, наверное, нет у всякого космизма. Это объясняется самим как бы, термином. Нам с вами привычно мысль сейчас, да, уже после появления телескопов, спутников и космической техники, нам с вами привычно мыслить космос как нечто далекое, как тот черный космос, в который можно всматриваться, как некое пространство за пределами досягаемости, где есть планеты, звезды, космические корабли. Может быть, в фантазиях или в популярной культуре там даже разворачиваются звездные войны и так далее. Но вообще-то более архаичный способ мыслить космос как нечто, включающее в себя и Землю, и человека, и, безусловно, существующее внутри самого человека, вот этот архаичный способ мыслить космос, он куда ближе к космосу космистов. И у такого космоса источника нет. Но в данном случае я говорю не столько о физическом и о материальном истоке космизма, сколько об источнике интеллектуальном. Учитывая разнородность идей представителей космизма, очень сложно обнаружить тот самый первый шаг в сторону космического мышления, да, не космического, а космического, с которого все началось. Как правило, я уже это упомянула, родоначальником русского космизма считается Николай Федоров, да, то есть это конец XIX века. Но я предлагаю считать, так как истока нет, так как русский космизм анархичен, и я предлагаю анархичен от слова архе греческого, да, архе – исток. Каждый из нас может назначить точку отсчета где угодно. Да. Некоторые исследователи считают, что космистом был Михаил Юрьевич Лермонтов. Ну, я с ними не согласна. Я предлагаю взять за точку отсчета другой важный момент в истории, в российской истории, а именно убийство Александра II. Почему? Есть интересный факт, которым мне чрезвычайно нравится делиться всякий раз, начиная разговор о космизме.
это факт создания первого проекта воздухоплавательного прибора. Этот проект был предложен в 1881 году Николаем Кибальчичем, как вы можете видеть на слайде, при весьма странных обстоятельствах. Кибальчича, как и других первомартовцев, которых обвинили, да, в убийстве Александра II, казнили. И вот в ночь перед казнью он, будучи инженером, мечтателем и человеком, беспокоящимся о судьбах Родины, науки и техники, рисует проект воздухоплавательного прибора. Примечательно, что Кибальчич вот среди первомартовцев, среди русских анархистов, организовавших покушение и убийство Александра II, занимался тем, что отвечал за, собственно, подготовку и изготовление бомб. Он был специалистом по взрывчатке. И именно эта компетенция позволила ему придумать, как будет выглядеть воздухоплавательный прибор. Если вы посмотрите на картинку, ну, вероятно, отсюда не очень понятно, как здесь все устроено. Я сейчас объясню, и вы увидите, что то, что изображено на этой картинке, практически не отличается от того, как сегодня устроена ракета. Смотрите, вот этот неровный прямоугольник — это площадка для запуска. Собственно, эти перекладины — это те, забыл, как называется, но не сваи, те штуки, на которых, к которых прикреплена ракета, от которых она потом отделяется. К — это, собственно, то, что станет потом реактивным двигателем. Это снаряд, в котором порох, да, и он горит. С — это отверстие в воздухоплавательном приборе, то, что мы сегодня называем соплом. По большому счету, Кибальчич за вот эту ночь перед казнью нарисовал первую ракету. И она некоторое время, там, по-моему, около 20 лет лежала вот у царской охранки. Ну, потом ее обнаружили в 1908 году, хотя о ней редко вспоминают. Мне кажется, что это очень важный штрих исторический к истории русского космизма и, безусловно, советского освоения космоса. Ну, давайте поедем дальше. Один из наиболее частых вопросов, которые я слышу, вступая в беседы о космизме, заключается в следующем. А что связывает космизм и космос? Что связывает космизм русских космистов и космос космонавтики и космонавтов? Мой ответ, как вы можете видеть на слайде, будет чрезвычайно банальным. Это установка на объединение неба и Земли. Вот та линия, которую мы можем протянуть с вами от античного космоса к древним, в том числе средневековым космологиям, затем к русскому космизму и к советской космонавтике через Циолковского, все это объединяется единственной установкой, попыткой установить связь между небом и землей, которые исконно, как и во многих, не только, да, в христианстве, но и в некоторых видах анимизма и язычества, мыслились как разделенные
пространство. И в качестве иллюстрации я хочу показать вам фотографию работы Игоря Макаревича и Елены Елагиной 2010 года. Это тоже инсталляция «Неизвестные разумные силы». И вы можете видеть там сколько? 4 лестницы, уходящие в небо. Этот образ Макаревича и Елагина не придумали, не взяли из воздуха. В текстах Николая Федорова есть действительно образ лестницы или лестницы в небо, который символически очень хорошо описывает претензию русского космизма соединить небо и землю с помощью коллективного человеческого усилия. Это коллективное человеческое усилие должно быть выражено в науке и технике, а питаться оно должно, в свою очередь, не столько религиозным пафосом, сколько регулятивным идеалом, этикой, да, добрыми намерениями. И уже здесь мы можем с вами видеть, да, посмотрев на эту работу и обсуждая космизм, что соединение неба и Земли в русском космизме, да, предлагается достичь не... То есть на этот раз это делают не ангелы, не Иисус Христос, который, да, явился в мир как человек, а затем опять оказался на небе. Это делают не боги, в данном случае я говорю о любых языческих богах. Это делает сам человек. По большому счету, человек и оказывается той самой лестницей, которая соединяет небо и землю. Можно совершенно по-разному распаковывать этот концепт. Можно связывать небо с духовностью, можно связывать небо с бесконечностью, можно связывать небо с космосом как с пустотой, которую предстоит заполнить, можно связывать небо с космосом как с океаном, в которое предполагается отправиться на длительное плавание. Ну и точно так же, да, точно ту же операцию распаковывания можно осуществить по отношению к Земле. Землю можно интерпретировать как прежде всего нечто живое, как место зарождения и пульсации жизни, плодородия и так далее. Можно интерпретировать как место обитания человека, наиболее пригодное для человеческой жизни. Можно интерпретировать как место наиболее освоенное человеком и очеловеченное. В общем, по-разному. Так или иначе, лестницу предполагается установить самому человеку, который впоследствии может по ней, естественно, подняться и спуститься. Давайте поедем дальше. Возникает тогда вопрос, учитывая все, что я сказала. Если очень проблематично нам связать идеи космистов, тех, кого так называют сегодня, в какой-то общий канон. Есть ли что-то, что их объединяет? Какие-то общие идеи? Действительно, если очень утрудиться, то можно эти идеи выделить. Какие идеи? Во-первых, это некоторая установка на радикальное объединение всех типов жизни и материи. Мы обычно, да, оперируем какими концептами? Живое, неживое
и человеческое, или органическое, неорганическое и человеческое. Материя, как материя физиков, жизнь, как уже предмет интереса биологов, философов-виталистов, биохимиков, и человек, с которым, помимо всего прочего, да, связано, то есть он порождает неорганическое, в нем есть органическое, но есть еще некоторые вещи, которые мы называем культурой, трудом, социальной организацией, творчеством и так далее. Так вот, претензия всех русских космистов состоит в том, что эти три компоненты, которые разделялись, и разделение между ними до сих пор сохраняется в том, как организованы сегодня научные дисциплины, например, биология, физика, культурные исследования, антропология. Вот. Так претензия космистов состояла в том, что все эти вещи нужно объединить. Мы должны преобразовать мир таким образом, что органическое, неорганическое и человеческое, которое мы искусственно разделяем с помощью наук в том числе, мы связываем до некоторой неразличимости. А еще одной общей идеей для русских космистов оказывается такое специфическое сочетание антропоцентризма с любовью ко всему живому, к природе, к животным и так далее. Да? Казалось бы, эти вещи противоречат друг другу. Но в данном случае антропоцентризм здесь имеет две такие стороны, две такие... Ну, две грани, что ли. С одной стороны, человек действительно ставится в центр мира и оказывается и рассматривается как некоторый повелитель космоса. Даже если такие риторические фигуры у самих космистов не используются. С другой стороны, человек все-таки рассматривается как некоторый... Не столько властитель, сколько воспитатель и тот, кто может привести природный хаос к порядку. Тот, кто не просто должен организовать то, как устроена социальная жизнь, то, как устроена жизнь органическая и неорганическая, распределены те или иные ресурсы, человек делает это на протяжении всей своей эволюции. Его организующая способность и регулятивная способность, в общем-то, неотделима от процесса антропогенеза. И в этом смысле... довольно частый упрек всех космистов в антропоцентризме, в таком радикальном антропоцентризме, он, конечно, не беспочвенный, но, во-первых, антропоцентризм в то время был свойственен даже тем теориям и теоретикам, которые, ну, надо сказать, что всем без исключения, просто в космизме вот эта иерархичность живого, например, растения, животные и человек, о которой много писали, в частности, в традиции, в немецкой традиции философии жизни, в так называемой философской антропологии. Вот это иерархия живого, она приобретает дополнительные обертоны, так как теоретики космизма, философы или мыслители космизма предлагают вооружиться все-таки разумом и техникой, у нас сразу возникает в голове представление
о человеке в центре Вселенной, который готов уничтожать все живое. Вот это не совсем справедливо. Третья общая идея — универсализм. Она тоже достаточно очевидна, исходя из самого космического пафоса, космического проекта, потому что у всякого философа, космиста, вне зависимости от его политических взглядов, предметом размышления оказывается вся Вселенная, и космизм очень сложно мыслить в отдельно взятой стране, так как социализм в отдельно взятой стране. Космизм предполагает работу всех и вся, организацию всех и вся и вовлечение каждого в дело освоения космоса. И четвертый момент, о котором важно сказать, это инструментальное отношение космистов к науке и технике. Сегодня мы чаще всего ставим такое отношение к технике и к науке под вопрос. По целому ряду причин. С одной стороны, потому что техника, выражаясь современным языком, зачастую обнаруживает то, что вот называется свою агентность, свою, если не автономность, но способность действовать на нас, на мир, на отношения между людьми вне некоторого сознательного усилия того или иного индивида. С другой стороны, потому что инструментализация техники, как было обнаружено уже во второй половине XX века, ведет к некоторому такому туннельному зрению, да, к невозможности разглядеть потенциал техники, да, к редукции науки и техники к простому инструменту, подчиненному нашим нуждам. Ну вот в космизме, и это, в принципе, повторюсь, тоже достаточно общая черта для многих учений, проектов, манифестов того времени, в русском космизме это отношение к науке и технике не просто присутствует, да, имплицитно в текстах, но оно, в общем-то, еще и постулируется как некоторое благо. Потому что использование техники и науки на благо освоения космоса или воскрешения человечества, как это было у Федорова, оно должно быть движимо не некоторым внутренне присущим этой технике или этому проекту принципом, а принципом, стоящим извне. В случае с космизмом, освоение космоса и вообще реализация всякого космического проекта совершается ради человечества и на благо всего человечества и на благо самой истории. Дальше, продолжая, попытку как-то реконструировать все-таки космизм как интеллектуальное течение или как учение, мне кажется, что слово «учение» лучше всего, пожалуй, подходит для того, чтобы как-то локализовать космизм вот на карте таких условностей и интеллектуальной жизни. Я хочу сказать следующее. Парадоксальным образом космизм вмещает в себя многое из того, что он отрицает. Я думаю, что если вы когда-то участвовали в политизированном диалоге о космизме или что-то читали, вы не раз встречались с такой инвективой, что космизм — это реакционное учение. Это действительно так во многих смыслах. Это не значит, что эту реакционность нельзя, превратить в нечто с обратным знаком. Но
В первую очередь реакционность космизма, главным образом в лице Николая Федорова, заключается не столько в том, что, читая его тексты, вы найдете потрясающие консервативные идеи, а в том, что вся его, все его рассуждение построено как постоянный ответ критический на те или иные явления, опять же, философской жизни, течения, направления, которые он ругает. Это, в принципе, достаточно типичный способ построения философского сочинения, критическая часть и позитивная, но в данном смысле Федоров действительно борется, то есть не просто отвечает на одну или два тезиса, которые ему не нравятся, он опровергает, не согласен практически со всем, что, видимо, попадалось ему под руку из области литературы, научной и философской, начиная с XVIII века. Ну, вот в ходе этой полемики Федоров творчески перерабатывает то, что он отрицает, и, выражаясь психоаналитическим языком, в результате мы получаем возвращение вытесненного в новой форме. Так что... На Востоке не то, не то, да? А? На Востоке это называется не то, не то. Нет, мне кажется, что это сюда неприменимо. Мы получаем достаточно ясную картину, просто мне было важно показать вот эту динамику мысли Федорова, да, и откуда она складывается. И увидеть, и в том числе показать, что те идеи, которые сегодня при работе с его текстами нам могут показаться странными, необычными, или, наоборот, нас невероятно вдохновлять, мне важно показать, откуда они вышли. Так вот, что делает космизм, что делает Николай Федоров в частности? Например, он вытесняет или отрицает дарвинизм и руссоизм. Ну, про дарвинизм, понимаете, да, что я имею в виду теорию эволюции Дарвина и всю эту историю про адаптацию организма к среде, посредством которого, да, лучшей адаптации происходит выживание организма. Федорову это очень не нравится. Он вообще презирает всякую... не просто всякую конкуренцию или, значит, деление на лучших и худших, а любой способ сегрегации, возникающий, с необходимостью возникающей, когда мы проводим границы, какие бы то ни было границы, между ученым и неученым, между интеллектуальным трудом и трудом физическим, между праведниками и грешниками. Это очень любопытно, что, в частности, идея воскрешения для всех, о которой я потом еще больше еще скажу, предполагает, что опротестовывается сама идея страшного суда. Для истинного христианина по Федорову не может быть грешника, который недостоин воскрешения. Воскресить нужно всех без исключения. И в этом смысле дарвинизм, вот дарвинизм ему совершенно не симпатичен, как бы и в принципе биологизации некоторой. В равной степени ему не симпатичен руссоизм. В данном случае я имею в виду идею Руссо про важность детства, про то, что ребенок, что детство — это очень важный период
формирование человека, о том, что мы должны обнаружить в себе ребенка. Для Федорова это абсолютно неприемлемо. Он скорее призывает достаточно открыто к взрослению. И в этом смысле, вытесняя, да, дарвинизм и руссоизм, он приходит и к идее эволюции как совершенствования. У Руссо тоже есть идея совершенствования, у Дарвина, соответственно, эволюция. Федоров не ставит сознательно для себя задачу синтезировать руссоизм с дарвинизмом вот в такой специфической форме, но у него это получается. Он предлагает действительно задаться вопросом о необходимости эволюции, но эволюции как взросление, как того, что Кант в тексте про просвещение, что такое просвещение, называл совершеннолетием человечества, эволюции как сознательностью и сознательной установкой на совершенствование человека, человека как вида и человеческой жизни. То же самое происходит с натурализмом. Натурализм Федорову не симпатичен, но при этом, когда мы пытаемся понять, как в его проекте понимается космос, зачастую между космосом и природой можно смело ставить равенство. Также Федорову совершенно не симпатичен позитивизм, то есть установка на опыт, на наблюдение, фундирующее неограниченные возможности естественных и технических наук. Однако для реализации космического проекта, а именно дело воскрешения и дело космоплавания, именно к наукам он обращается. Более того, он совершенно четко осознает, и он совершенно уверен в том, что потенциал наук безграничен, в том, что науки развиваются уже, да, в конце XIX века так стремительно, что такие вещи, как космический полет или продление человеческой жизни, это просто ерунда. Это совершенно не сложнее, чем изобрести пенициллин. И в этом смысле, когда сегодня сегодня говорят, что космизм утопичен, или когда при первом приближении хочется сказать, что космизм — это набор утопических идей или футуристических идей, космизм иногда пытаются пришить к вот этому дискурсу о футуристическом воображении. Ну, надо сказать, что такая интерпретация несправедлива по отношению к тому, как это представлял сам Николай Федоров. Для него такой подход к такие ожидания от наук и техники, ну, как бы казались совершенно естественным ходом вещей. И какого-то сверхусилия для того, чтобы придумать нечто, для этого не требовалось. Еще одна вещь, которую, в частности, Николай Федоров активно вытесняет в своих работах, это немецкая идеалистическая философия. Я в данном случае имею в виду в первую очередь Канта и Гегеля. Но опять же, к чему он приходит сам? Во-первых, к совершенно кантовскому решению о том, что все вопросы о том, что такое бытие, что значит быть, они нерелевантны, от них стоит отказаться, они тавтологичны, и нам нужно скорее задаться вопросом о том, как нам познавать мир, причем познавать, изменяя. Это, в общем, кантовский ответ во многом. Во-вторых, он предлагает вот эту установку на воскрешение
для всех именно в качестве этического идеала, в качестве, по сути, категорического императива. И в этом смысле в нем действительно можно обнаружить куда больше Канта, чем в других русских философов Серебряного века, скажем, кантианцах. Ну а если говорить о Гегеле, то представление Фёдорова об истории, имеющей тело, то есть цель, об истории разворачивающейся, но разворачивающейся и развивающейся к своему концу, ровно тем же самым образом Николай Фёдоров понимает историю. Концом истории для Фёдорова оказывается финальная операция всеобщего воскрешения. Потому что когда все наши предки, когда с помощью науки и техники мы сможем воскресить наших предков, история в том виде, как мы ее знаем, в том смысле, как мы ее понимаем, в соответствии, да, с вот таким прогрессистским представлением об истории, история закончится. Она некоторым образом, да, обратится вспять. Еще один важный момент про религию. Я не часто встречаю интерпретации или попытки работать с религиозным наследием космизма. А если я их встречаю, то они, как правило, связаны, как правило, сводятся к тому, что Фёдоров, мысливший себя как истинного христианина и предлагавший свой, ну, как он считал, лучший вариант христианства, восточного христианства, да, православия, вот следует именно понимать, следуя его букве, что называется, да, а не духу его теории. На самом деле его религиозные воззрения куда интереснее, чем кажется, и они содержатся не в его прямых высказываниях о религии, а скорее разбросаны по тексту. Свое иступленное христианство Фёдоров, такое аскетическое, Фёдоров обычно противопоставляет двоеверию, да, той ситуации, которая сложилась в России, где православие соседствовало с огромным количеством языческих обычаев, а в конкретных местах еще и причудливо смешивалось с ним. И получались такие интересные христианско-языческие ритуалы, обычаи. И Фёдоров, конечно, противопоставлял этому некоторое истинное фёдоровское христианство, но на самом деле приходил к тому же самому. Предлагая перейти от храма к собору, храм – это здание, а собор – это вот именно сообщество верующих, Фёдоров, значит, выдвигал идею о литургии как о внехрамовом ритуале, в котором могут участвовать все, и которая подобна, на самом деле, деревенским языческим ритуалам, ну, вроде хоровода. И в этом смысле вот эта имманентная религия, христианство, полностью избавленное от институциональной основы, разрушившие стены храма, еще смешавшиеся, слившиеся с тканью повседневности, в общем, на поверку оказывается тем же самым двоеверием. Еще один пример, также связанный с хороводом, он очень просто, ну, красивый, как мне представляется, да? Хоровод для Фёдорова – это некоторая практика, которая предшествует его установке на регуляцию слепых сил природы. Ну, то есть мы хотим продлить человеческую жизнь, да, или мы хотим отрегулировать
осадки и облака, например, разгонять облака в праздники, вот то, что, то, к чему сегодня мы привыкли. Все это Федоров назвал регуляцией слепых сил природы. Природа сама себя не знает, поэтому ее, значит, надо спасти от этой слепоты и вот этим техническим и научно-техническим усилием отрегулировать. Так вот, хоровод оказывается парадоксальным образом прототехникой регуляции. Потому что, когда мы вводим хоровод, когда крестьяне вводят хоровод и, значит, таким образом обращаются к солнцу, здесь... Мы за этим сразу угадывается, понятно, да, бог солнца и славянское язычество, славянская мифология. Мы, в общем, пытаемся с помощью некоторого усилия, причем коллективного, отрегулировать природные процессы. И вот это Федорову было очень симпатично. Он здесь видит прототехнический заряд в такой языческой практике. И последний момент – который я называю революционной практикой. Под революционной практикой я подразумеваю в первую очередь русский анархизм второй половины XIX века и первомартовцев, о которых я уже сказала, да, среди которых был Кибальчич, и Петрашевцев, самым известным представителем которого был Достоевский. Да, революционная практика, которой обращаются во второй половине XIX века русские разночинцы, это попытка прямо осуществить известный тезис Маркса о том, что нужно не объяснять, а изменять мир. И Федоров здесь не отличался, на самом деле, радикальными политическими взглядами. Широко известно, что он поддерживал самодержавие, пусть и в некоторой такой очень специфической форме. Однако же вот эта установка на то, что нужно отказаться от попыток объяснять мир с помощью философии, а нужно его изменять, установка, которой будет обращаться впоследствии совершенно любой активист, представитель социал-демократического движения, русский и европейский революционер, она оказывается парадоксальным образом близка Федорову. Причем, если вы обратите внимание, в оригинале, в тезисах о Фейербахе у Маркса стоит не объяснять, а изменить мир. Я позволила себе несколько скорректировать, изменить на изменять, то есть изменить не единовременно, с помощью какого-то единоразового технологического прыжка или революционного действия, а изменять постоянно в практике, в коллективной практике. На самом деле эта корректировка вполне валидна, потому что, как заметит один из представителей социал-демократического движения в начале 10-х годов, в немецком языке нет разницы между совершенным и несовершенным видом. И тот перевод, который нам сегодня знаком, не объяснять мир, а изменить его, мог бы выглядеть совершенно иным образом, не изменить единоразово, а изменять постоянно. В этом смысле эта трактовка допустима. Дальше я хочу показать вам несколько иллюстраций, которые призваны проиллюстрировать, прошу прощения, да, за эту тавтологию, вот этот процесс вытеснения.
Когда мы говорим о влиянии, вообще несколько в сторону скажу, что когда мы говорим о влиянии русского космизма на искусство первой половины, ну, искусство первой трети XX века, как правило, разговор заходит о русском авангарде. Но на самом деле в 20-е годы была художественная группа, которая заявляла напрямую о том, что наследует идеям Федорова, пытается с ним как-то работать и вообще определяет себя как космист. Это группа художников-интуистов Амаравелла. Ну, для того художественного вкуса, который сформировался вот в силу различных перетурбаций социальных, политических и художественных на протяжении XX века, те работы, которые мы можем видеть с вами на экране, вряд ли вызовут у нас какой-то большой интерес. Группа Амаравелла действительно относила себя к художникам, вот к кругу Рериха, не претендовала на, значит, какой-то авангардный жест. Но если присмотреться к их работам, которые практически никогда, если никогда, не используют при разговоре о космизме, потому что они вполне могут его художественно в некотором смысле дискредитировать. А если присмотреться к их работам, мне кажется, что в плане вот иллюстрации и репрезентации они достаточно точно выражают тот синкретизм, который свойственен русскому космизму. Но дело даже не в этом. Я не случайно привожу эти эти работы после рассуждения, после вот этой деконструктивистской процедуры о том, что космизм, в частности, работы Федорова вмещают в себя то, что они с таким упорством вытесняют. Мне кажется, что в этих работах можно увидеть нечто подобное. Попытка отказаться от, ну, в данном случае, да, Федорову совсем не свойственно, от разума в пользу интуиции. Попытка, значит, постичь некоторый творческий импульс как сам по себе. Но, тем не менее, на всех этих трех иллюстрациях, ну, теряются в футуристичности ландшафта, если можем здесь использовать слово «ландшафт». Сегодня их картины похожи скорее на что-то, что для нас напоминает что-то из эпохи 70-х, из американского нью-эйджа. Ну, любопытно, что даже пытаясь отгородиться от веяний эпохи, от индустриализации, от роста городов, от всего того, что для нас с вами стало яркой приметой начала XX века, они, тем не менее, вот воспроизводят некоторый футуристический импульс. Дальше я покажу уже совсем другие картины, которые проиллюстрируют скорее действительно попытку разобраться в том, что Федоров имел в виду, предлагая свой космический проект и завещая, значит, дело воскрешения для всех. Это картины Василия Чекрыгина из цикла «Воскрешение мертвых», из цикла «Восстание». Интуитивно хочется противопоставить
такие вещи, как воскрешение и восстание. Но вот для космистов, в частности для Федорова, это было совершенно не так. Более того, восстание и воскрешение для Федорова — это вещи одного порядка. Первым актом восстания для Федорова стало прямохождение. То есть когда человек дерзнул встать, он впервые отказался от принадлежности, от полной самоидентификации с природой, да, восстал против ее слепых сил. И в этом смысле именно продолжением этого импульса, такого неповиновения, должно стать воскрешение, продление жизни, да, и космоплавание. И наоборот, это работает и ровно наоборот. Да, если воскрешение продолжает восстание, то каким образом восстание, которое мы с вами понимаем там, в политических терминах, как гражданского неповиновения, как бунт, мятеж или революцию, связано с воскрешением. На самом деле дело воскрешения, так важное для Федорова, он понимал весьма специфическим образом, а именно как прямое указание пойти сопротивляться силам смерти и воскреснуть. Когда он описывает, значит, воскрешение Христа и говорит о том, что это что крестный подвиг Христа — это в первую очередь указание на то, что каждый из нас может сделать то же самое. По большому счету, суммировать его рассуждение о крестном подвиге и, безусловно, само воскрешение Христа тоже является некоторым восстанием по отношению к смерти и природе. Вот. И в этом смысле установка на воскрешение для всех и каждого — это, конечно, коллективное дело, это общее дело, но это еще и подвиг, на который должен быть готов и может решиться абсолютно каждый. И здесь проходит очень интересная связь, о которой сегодня не буду говорить подробно, от христианских подвижников через русский космизм к космонавтам-героям. Почему? Потому что, как в советской мифологии, мы воспринимали космонавта. Космонавт — это тот, кто совершил подвиг. Гагарин совершил величайший подвиг. И вот эта интересная метаморфоза, происходящая с самой идеей подвига на этапе, значит, по мере ее исторического развития, от подвижничества и аскетизма через космизм к советской мифологии, к риторике советской околокосмической пропаганды и космической гонки, она очень интересна. Помимо общих, возвращаясь от конкретных идей Федорова к русскому космизму, я хочу попробовать сформулировать общие цели космического проекта, если это все-таки общее дело, и с общими идеями, как я показала некоторое время назад, все не так просто. Общие цели тоже можно выделить. Во-первых, это одной из целей и ключевой является порядок, упорядочивание. И упорядочивание в данном случае понимается, как я уже говорила, как регуляция природы, то есть как космизация, как приведение
космоса, пребывающего в состоянии некоторой разрозненности. И в слове «разрозненность» здесь принципиально важен корень «рознь». То, как Фёдоров, в частности, всякий раз описывал состояние неравенства и то, от чего человечеству необходимо избавиться. Так вот, космос как нечто данное необходимо космизировать еще больше, да, урегулировать, упорядочить путем реинтеграции материи и природы. В частности, научившись продлять жизнь и обеспечив воскрешение для всех, человечество сможет совершить достаточно радикальный жест упорядочивания, упорядочивания космоса, потому что то, что считается законом природы, законом, по которым развивается органическая жизнь, будет само по себе, ну, закон как нечто регулирующее, да, само по себе будет урегулировано и заменено некоторым новым человеческим законом. Вторая цель наиболее понятна, да, это преодоление пространства, выход в космос, в данном случае имеется в виду покорение других планет, и выход в открытый космос, и освоение околопланетных пространств. Ну, Фёдорова в данном случае больше интересовали другие планеты, на которых можно, значит, расселить все воскресшее население, всех воскресших предков. Циолковского интересовала сама возможность и необходимость, и то, что он реализовал, преодолеть силу тяготения, выйти в космос, а затем уже освоить околопланетное пространство и там организовать какую-то жизнь, города построить. Ну, Вернадского, как вы помните, да, интересовала ноосфера, которую тоже можно вполне мыслить как такое околопланетное пространство. Ну, так или иначе, те различные части космоса, которые мы с вами можем помыслить, они включаются в космический проект. Еще туда можно включить, собственно, Землю и продвижение не столько от Земли в космос к другим планетам, галактикам и так далее, сколько внутрь Земли. Земля, повторюсь, и человек в космической схеме являются частью космоса, органической частью космоса. А Земля до конца не изучена. Поэтому продвижение вглубь Земли его предлагает, в частности, такой биокосмист Александр Светогор. Тоже может мыслиться вполне вот как часть космического проекта. Преодоление времени, да, не только пространства, а времени. Об этом мы сегодня говорили больше всего. Да, это продление жизни, которое по Фёдорову с необходимостью должно результировать вот в воскрешение всеобщее. Всеобщее преображение, то есть это радикальное изменение природы, общества и, главное, самого человеческого вида с помощью науки и техники. Ну и важный момент – это, конечно, новый способ организации социальной жизни. Социальной и, как следствие, политической. Космический проект совершенно здесь… у разных представителей русского космизма были разные идеи о том, как можно организовать коллективную жизнь, как можно жить вместе, но так или иначе эта проблема далеко не умаляется, ну, как бы по сравнению с задачами освоения космоса или преодоления времени. Борьба с неравенством и необходимость организовать социальный порядок ровно так же, как организовать заново, да, порядок природы, порядок космоса, одна из целей космизма. Еще один важный тезис, который у меня будет,
уже о космизме Федорова, о котором я сегодня говорила в большей степени, потому что, учитывая разнородность космических идей, действительно предпочтительно каждого космиста все-таки рассматривать отдельно. А космизм Федорова — это, конечно, модернистский проект, это проект, который уместнее всего мыслить как такую квинтэссенцию просвещения. И в этом смысле в нем нет ничего нового, на первый взгляд, по сравнению со многими другими модернистскими и модерными проектами, ну, зародившимися в то же самое время. Тот же самый итальянский футуризм, который появится несколько десятилетий спустя, своим упованием на силу техники и науки, вот по как бы концентрации модернистского усилия, установки на тотальное преображение мира и человека, от Федорова не так сильно отличается. Конечно, он отличается милитаризмом, конечно, он отличается там, воспеванием разрушительной силы, но, как мы с вами можем сегодня догадаться, всякое тотальное преображение чревато разрушением, его просто невозможно избежать. И с федоровским космизмом очень интересно. Вот эта установка на тотальное преображение человека и мира, она должна, будучи реализованной, она должна не только уничтожить привычного нам человека как вид, да, привычное устройство природы, и преобразить мир и космос с помощью науки и техники, но она должна уничтожить и сам модернизм, саму претензию модернизма и модерна вообще изменять с помощью усилия такого субъективного, в данном случае там усилия коллективного субъекта. А каким образом, да, такой противоречивый тезис, мне кажется, что он очень важный. И Федоров, с одной стороны, он принадлежал во многом, ну, как бы, 19 веку и еще в большей степени веку 18, и вообще делал ставку на радикальное просвещение, потому что библиотеки и музеи для него — это ключевые институты и самые демократические институты, которые могут не просто транслировать знания, а знания передавать, опять же, наиболее демократическим способом, без на университета как башни из слоновой кости, без разделения на ученых и неученых. Вот. И в этом смысле, конечно, и по Федорову, и человек с необходимостью стремиться к просвещению, и природу нужно просветить вопреки, значит, ее собственной слепоте и отсутствию интенциональности. Разумеется, в просвещении было много чего, что Федорову не симпатично. И вот для того, чтобы понять отношения Федорова с модерном и просвещением, которые потом так или иначе будут возникать в различных космических проектах, можно вспомнить о книге, которая как бы не сразу приходит на ум при разговоре о Федорове, а именно о «Диалектике просвещения» Адорна и Харкхаймера. Да, о книге, которая была написана в качестве во время и в качестве реакции на события Второй мировой войны, на преступления фашизма и немецкого нацизма. И если в этой книге
Адорно и Хоркхаймер показывают нам, что во всяком мифе уже угадывается некоторая претензия человека на рационализацию мира и на подавление природы, претензия, которая много веков спустя возвратится в лице смертоносной техники и обратиться на самого человека, то, значит, у Федорова обнаруживается очень похожее рассуждение. Я о нем коротко уже упомянула, когда говорила о хороводе и о подвиге Христа. То есть в воскрешении Христа уже угадывается претензия человека преодолеть слепые силы природы, да, оторваться от некоторых природных законов. В хороводе урегулировать погоду, природные силы, то есть в языческом ритуале. И в этом смысле, если Адорно с Хоркхаймером, как критические мыслители, да, представители все-таки критической теории, критикуют вот этот регулятивный и рационализаторский импульс внутри человеческой культуры, присутствующий еще там с древних времен, еще в греческом мифе, да, реконструируя и показывая, как эта претензия на рационализацию обратится на человека, то Федоров, указывая на то же самое, на присутствие очень похожей претензии в мифах и языческих ритуалах, в христианской доктрине, наоборот, обращается к этому для того, чтобы легитимировать космический проект. Он говорит о том, что человечество, и в том числе там, сообщество верующих и христиане, всегда уже хотели это сделать, не всегда хотели воскреснуть, всегда уже так или иначе регулировали природу и самих себя. Вот. И в этом смысле реализация этого модернистского проекта, реализация, которая должна по Федору закончиться воскрешением и космоплаванием, на самом деле укротит этот импульс, даже не укротит, а скорее положит конец этой претензии, потому что она будет реализована. И именно поэтому в этот момент остановится история, закончится прогресс. То есть реализация научно-технического прогресса, движения истории и такого целерационального импульса, она позволяет с ним покончить. Еще пара иллюстраций, которые я вам хочу показать для того, чтобы как-то, значит, символически и художественно локализовать идею диалектики просвещения. Это работа Леонида Тишкова «Объекты утопии» 2006 года. Это действительно такие космические и космические объекты, сделанные из макарон. Почему я привожу здесь именно эти работы? Потому что, как мне кажется, при всем своем научно-техническом задоре, материализме, а я все-таки предлагаю читать русский космизм весь без исключения, как материалистическую философию, при всем при этом этот проект, космический проект, и сам человек оказывается чрезвычайно хрупким. Именно поэтому человека надлежит
отрегулировать самого, да, именно поэтому его, он подлежит, как вид, подлежит изменению. И последний на сегодня тезис, суммирующий некоторым образом вот те претензии русского космизма, которые я озвучила, и некоторым образом отвечающие на вопрос, а как именно модернистский и модерный проект будет завершен с помощью космизма, а завершен он будет с помощью того, что я называю окончательный синтез. И в данном случае я говорю о нескольких вещах разом. Во-первых, как можно было уже понять, я думаю, из нашего разговора, космизм зачастую оказывается внутренне противоречив. Но те противоречия, и, опять же, да, он приемлет то, что он вытесняет и так далее, но те противоречия, которые обнаруживаются в нем на первый взгляд, ни больше, ни меньше оказываются противоречиями нового времени. То есть если попытаться их значит, как-то реконструировать и выписать, то все эти противоречия между значит, наукой и религией, между знанием и детской наивностью, между мыслью и действием, теорией и практикой, между чем еще? Прогрессом и традицией. Самое главное, да, между живым и неживым, между разнообразием жизненных форм и единством всего и вся. Все эти противоречия свойственны, ну, во-первых, модерному мышлению, а во-вторых, тем точкам напряжения, тем линиям напряжения, которые постоянно возникали и вызывали огромное количество дебатов. Ну, в частности, там, и в 18-м, и в особенности в конце 19-го, в начале 20-го века между различными философскими, представителями различных философских направлений, между различными науками. Именно вокруг этих противоречий, если предельно, да, упрощать, сводится полемика механицистов с виталистами, с натуралистами, с дарвинистами и так далее. Да? Вот все эти противоречия, на которые реагирует мысль Фёдорова и мысль русского космизма, затем будет так или иначе эти противоречия решать, в космизме синтезируются. То есть снимаются, да, и оказываются внутренним содержанием друг друга. У Фёдорова есть отдельная идея синтеза. Он не говорит о снятии противоречий нового времени, он говорит о том, что нам нужно осуществить синтез двух разумов и синтез трех предметов. Два разума — практика и теория. А в мысли и действия, да, три предмета — это Бог, человек и природа. Именно на базе этого синтеза утверждается некоторый прообраз философской системы, потому что очень сложно говорить о космизме именно как о строгой философской системе. Повторюсь, это все-таки учение. Но именно на базе этого синтеза можно говорить и можно утверждать некоторый прообраз такой системы. Говорить о том, что она все-таки, что из нее можно извлечь некоторую программу, если не эпистемологическую, не программу, описывающую конкретные способы познания или способы устройства мира, но, по крайней мере, программу некоторого научно-технического и этического действия. Покажу еще вам пару картинок и на этом завершу.
это картинки, это иллюстрации, фотографии. Фотографии алтаря космизма, которые сделала объединение «Верх» студенты школы Родченко. Вот уже 6 лет назад у них было несколько проектов, связанных с космизмом, и они напрямую обращались к фигуре Федорова, в частности, там вслушивались в голоса могил близких людей, и в этом была вот коммуникация их с предками, попытка воскрешения такая, записывали их на аудио. Вот они построили такой алтарь космизма, как вы видите, несмотря на то, что по периметру этого алтаря стоят телевизоры, и художники пытаются работать с технологиями, с медиатехнологиями, действительно, пожалуй, единственный образ или единственная ассоциация, возникающая в связи с алтарем, в данном случае, это некоторый образ единства и религиозного единства, и единство вот, сферического, в данном случае связанного с формой. И работы Сергея Шутова, это выставка 2017 года «Яблоки с Марса», они, мне кажется, тоже при некотором первом приближении скорее напоминают психоделические фантазии или психоделическое искусство конца 60-х, 70-х, но посмотрев на них, мы тоже можем задуматься о вот этом синкретическом и синтетическом характере космизма, с которым не только художники получают возможность работать принципиально по-разному, высвечивая совершенно разные его да, идеи, постулаты и так далее, и нивелируя другие, да, или даже маскируя. Ну и теоретики, и сами космисты, в конце концов, задаваясь вопросом о том, что такое космос и как его изменить, с неизбежностью мы приходим к необходимости иметь дело всех со всем и всех со всеми. Спасибо большое. Если у вас будут какие-то вопросы, я буду очень рада ответить. Марина, спасибо большое. Есть вопросы в зале? Есть. Спасибо. Благодарю за интересную лекцию. Очень были некоторые неожиданные подходы, которые, в общем-то, не появлялись в каких-то других разработках, посвященных космизму. Спасибо. Немножко некорректно была заявлена тема «История космизма», хотя фактически лекция была посвящена разборке, так сказать, теории работ Федорова. И когда вот выделялись какие-то аспекты общего космизма, но в принципе вы совершенно правы, что космизм — это не однородное что-то такое, а какая-то группа людей, ученых религиозного направления, художественного, которые мыслили о человеке, космосе, Вселенной. И, конечно, их идеи, в общем-то, может быть, немножко сложно увязать в одну общую группу. Но, тем не менее, если вы выделяете антропоцентризм как одно из направлений космизма, то есть такой замечательный космист в этой же группе, Николай Холодный, который всю свою деятельность посвятил критике антропоцентризма и выделял антропокосмизм как противостояние именно вот такому европейскому антропоцентризму. Ну и, в общем-то, космизм нельзя назвать учением, потому что, в принципе, он ничему не учит, как такое явление довольно разнородное. Хотя есть общие идеи, которые объединяют, так сказать, выделяются, ну, мне кажется, вот самая объединяющая идея — это что человек принадлежит космосу, он должен вернуться в космос как его, так сказать, органическая часть,
и должен вернуться именно в преображенном виде, потому что космосу нужен такой чистый новый человек. Вот. И в частности, вот я бы тоже полемизировала с революционной практикой в космизме, потому что вы цитировали Маркса, который, в принципе, нельзя причислить космистам. Безусловно. Да, потому что, в общем-то, в общем итоге и Вернадский, и Чижевский, и все космисты были против революции, конкретно против революционных перемен, которые, в общем-то, ломают и общество, и человека, не давая взамен вот это вот какое-то, может быть, более гибкое, более, ну, другое какое-то развитие человека. И с чем я абсолютно согласна вот в итоге, что есть синтез такого, синтез научных, революционных и, может быть, культурологических идей в изобразительной части космизма. И на самом деле есть продолжение философии космизма в наше время. В общем-то, может быть, мало кто об этом знает, но есть такое течение, которое раньше называлось философия русского космизма, философия синтеза русского космизма, сейчас это называется философия синтеза, просто вот такое прямо, наверное, вы знакомы с этим, да, философия синтеза. Так сказать, люди, которые интересуются дальнейшим развитием этих идей, тоже собрались в такую группу, более глубоко изучают синтез всего, что накоплено человечеством и в науке, и в религии, и в культуре, и во всех аспектах человеческого сознания. И это течение существует, ну, может быть, 10-20 лет. И в этом году первый раз на Всемирном философском конгрессе в Китае философы русского космизма выступили со своими идеями развития русского космизма, чем произвели фурор, в общем-то, в мировой философской среде. Были встречены очень тепло и с большим интересом. И мы можем сказать, что философия русского космизма имеет свое продолжение. Спасибо большое за... Так, да. Я могу тогда ответить на комментарий, да? Спасибо большое за такой содержательный комментарий. Я начну с конца. Что касается этих представителей движения русского синтеза, ну, я бы не спешила их тоже записывать в эту и так многострадальную искусственную, значит, традицию русского космизма по следующей причине. Чем сегодня симпатичен и интересен может быть космизм и космисты? Тем, что они так или иначе откликались живо на состояние современной им науки и философии. Вот, и то, как это читается сегодня, там, как более или менее архаичное, как бы теории, преисполненные каких-то мистических, значит, озарений и лишенные строгой философской рамки, это другое дело. Но, тем не менее, они реагировали на то, что происходило в науке и философии того времени. Вот по моим очень поверхностным сведениям о представителях русского синтеза, там какая-то более герметичная программа. То есть с русским космизмом они работают, но вот с тем, что происходит за его пределами, в частности, в современной философской мысли и в современной науке, мне кажется, этот контакт не настолько тесный, какой он был у космистов. Ну, он и у космистов был не очень тесный, но, тем не менее, по крайней мере, претензия была именно такая. Что касается холодного, спасибо большое. Холодный, конечно, несколько особняком стоит от тех
людей, которых мы, как правило, причисляем к космистам, хотя он, безусловно, ну, как бы фигурирует, просто более редко, просто не так часто, чем другие, значит, люди вроде Федорова, Чижевского, Вернадского и так далее. Но про антропоцентризм я просто хочу отреагировать. Дело в том, что я с вами здесь полностью согласна. Я об этом коротко сказала, что для того момента, я думаю, что даже Федорова и всех остальных, Чижевского, Циолковского и прочих, нельзя было назвать антропоцентристами. Но вот на исторической дистанции сегодня, когда мы смотрим, мы уже не можем отказаться, вот как-то избавиться от этой аберрации, отказаться от... В мире, где философская мода, я скажу даже так, в мире, где философская мода вынуждает постоянно говорить о там, постчеловеческом, нечеловеческом, о преодолении человеческого, о разочаровании в человеке, ну, о разных сценариях, короче говоря, работы с... И уж тем более о преодолении гуманизма, которое там еще 50 лет назад случилось в французской мысли, мы должны эту проблему поставить по антропоцентризму. Да, для того времени, конечно, ни космисты, ни, там, скажем, некоторые представители философской антропологии, у которых человек занимает самое высокое место в иерархии живого, не были антропоцентристами. Наоборот, они хотели как-то подружить и показать связь человека и всего живого. Да? Они реагировали на там, витализм, например, и говорят, что нет, сколько бы ни было культуры, техники и прочее, человек и живой мир связаны друг с другом. И в этом смысле, конечно, они не являются антропоцентристами. Кажется, все, да, сказала. Просто Бог услышал мои молитвы. Я долго изучаю русский космизм, и я вас вижу в юной девушке, и ту единственную, которая правильно понимает русский космизм. Я представлюсь и задам свой вопрос. Будучи простым человеком, не философом, увешанным регалиями, трижды на высочайшем патриархальном уровне, ответил на три кризиса для России. И вопрос такой. Вы готовы? Нет лучшие критерии истины – это практика. Вы готовы взять на вооружение совершенно реальные знания, откуда взялся космизм, из первоисточники, и вживую работать для решения практических задач? При всем честном народе. Простите, я не очень поняла вопрос. Человек обладает знанием, предлагает вам. Смотрите, все космисты, без исключения, все до единого, все революционеры были космистами, начиная от зеркала русской революции Толстого, Достоевский, соизволил бесом. Все старцы в церкви, лоне церкви, остались с народом, остались с церковью, пришли к тому, что главное не соизволять бесам. Достоевский написал учебник для революции «Бесы». Настольная книга всех революционеров. Все революционеры без... Дама утверждает, что космисты были против революции. Нет, они взрослели. А, да, я вот не отреагировала на эту реплику, это важно. Да, и вот очень много тут произошло, просто... Такое наслаждение вас слушать мне, человеку, живо работающему в этой... Я вижу единственного человека в вас, которая правильно понимает русский космизм. Спасибо, очень приятно. А Гачева неправильно? Гачева ускользает в перформанс. Давайте... Гачева хорошо обслуживает коммерцию. Давайте спасибо, мы соберем еще вопросы и...
потом уже, может быть, более свободная дискуссия. А, можно мы разбавим эти вопросы из публики вопросами из нашей трансляции? Марина, скажите, пожалуйста, сложно ли вам работать с проблематикой космизма как философу в России? Правда ли, что за рубежом интерес к космизму выше? Интересный вопрос. Ну, то есть вопрос о сложностях. Ну, встречаюсь ли я, если вопрос стоит так, встречаюсь ли я с некоторым пренебрежением по поводу, значит, космизма? Ну, конечно, встречаюсь и встречаюсь нередко, но мне кажется, что с пренебрежением со стороны коллег по цеху по отношению к той или иной теме, с которой человек работает, мы постоянно все встречаемся. То есть я не могу сказать, что это как-то особенно тяжело. Спасибо. И еще один вопрос. Как вы считаете, Марина, возможно ли философское развитие проблематики космизма в нынешних условиях, в частности, развитие тех предложений, которые вы озвучивали в финале нашей лекции? Спасибо за вопрос. Он очень важный. Мне кажется, что нет. Что нет, что невозможно. Но синтеза, которая вот прозвучала здесь, там дается очень много ответов по развитию как раз идей русского. Спасибо. Сейчас я договорю, да? Минуточку. Тут это все зависит, конечно, от теоретической позиции. Мне кажется, что вот в случае с космизмом нам важнее провести его тщательную реконструкцию, перестать на самом деле склеивать эту традицию воедино и заниматься каждым космистом отдельно, потому что многие из них до сих пор не прочитаны. И по мере этого прочтения мы просто неизбежно, да, даже пытаясь всячески отказаться от современных каких-то установок и пытаясь их прочесть как интеллектуальные историки, мы неизбежно будем привносить некоторую новизну и как бы перепрочитывать их и интерпретировать. Мне кажется, что этой новизны более чем достаточно для космизма как общего дела. Есть некоторая, значит, тенденция понимать все, что в русле трансгуманизма сегодня пишется и делается, как продолжение космизма. Но мне кажется, что тогда космизм расширяется уже настолько, что... Ну, то есть есть необходимость нарисовать эти берега для того, чтобы понять, как это устроено. Спасибо. Коллеги, можно я сейчас единственный вопрос к вам, к публике? Мы можем наши реплики принести в сферу дискуссии, уже, возможно, не в рамках лекции, а сейчас задать вопросы Марине непосредственно насчет этой лекции. Все вопросы по поводу лекции, по-моему. Марин, спасибо большое. Пожалуйста. Будет и вопрос, и выступление небольшое. Ну вот вы начали свою лекцию с первого тезиса. А первый тезис у вас звучит: русского космизма нет. И потом вы об этом говорите минут пять. Второй тезис у вас о том, что истоки русского космизма, ну то есть истоки того понятия, которого нет. Я вас спрашиваю не почему, каких целей этот тезис поставлен первый, а я просто спрашиваю зачем. Вот зачем, я понять не могу. Теперь дальше. Если по ходу ответите одним словом, ответьте, пожалуйста, если можно дальше буду говорить. Для человека, который занимается космизмом, как вы считаете, какое самое главное качество? Космизмом. Но какое самое качество? Для того, проникать туда? Очень интересно. Любовь. Любовь. Невозможно проникнуть, знаете, любовь. Если нет у человека любви, к чему бы то ни было, бесполезно. А тем более этим заниматься. Третий вопрос будет о практике космизма сегодня. Вот смотрите, Толстой относился к Федору поученически. Достоевский, на мой взгляд, вообще, кажется, написал «Братья Карамазовы» после того, как ему Петерсон отправил эти первые положения. И там видно, он сталкивает сынов против отца. Он делает эксперимент над ними. Весь Серебряный век, весь. И Маяковский, «Воскресите меня, воскресите», «Мастерка человеческих воскресить». Даже Есенин, религиозный человек,
Последнее письмо, написанное кровью, да? До свидания, друг мой, до свидания. Милый мог ты у меня в груди. Предначертанное расстояние. Обещает встречу впереди. Ну и все. Богданов, Горький, Луначарский, Красин. Это то, что было в ядре большевизма. Я, знаете, а последнее время вообще думаю о том, что Ленин потерял брата любимого за год до этого отца, через пару лет Ольгу. Я думаю, он не мог не думать об этом. Он не мог не знать этого учения. Потому что он с Горьким дружил. А Горький это прекрасно знал. И он не мешал этим ребятам. И Богданову. Потом Сталин их подрезал, потому что впереди была предстояла прямая встреча с фашизмом. Вот прямая просто. И там было понятно. Линейная мобилизация. Быстро. А в долгую там нельзя было уже играть. После этого загнулся проект по этой причине. Потому что это оттуда убрали, на мой взгляд. И вот теперь смотрите. Насколько я помню, если ЦОПУС совсем к практике опуститься... Может, меня подправите? Но в декабре 2018 года намечена вот эта знаменитая оператора по пересадке головы у китайцев. Поправьте меня, правильно же, да? В декабре этого года мы ждем. Давайте представим на минуту, что если этот человек, которому он пересадит голову, проживет хотя бы 5 секунд, во что упрется человечество, в какую стену, на краю какой пропасти она окажется? Я имею в виду Рокфеллера с его сердцем, который пересаживали 9 раз. То есть сразу люди подумают, а как бы они туда не прыгнуть? Да вокруг этого вообще вся практика сейчас крутится. Вы знаете, что они говорят? Ребята, какая пенсионная реформа? Мы скоро вам будем определять, сколько вам дней платить и годов прожить. Вот о чем речь идет. Поэтому вот эта вот практика, вот это вот, космизм, это самое главное, на мой взгляд, что сейчас вообще определяет политику. Все вокруг этого крутится. Нет? Я поняла вашу мысль. Я не замолкну, до конца как тот лектор, у которого спросили, сколько вам нужно времени, чтобы прочитать лекцию на 10 часов. Надеюсь, я сейчас могу начать. Да, у вас был в начале вопрос. Я на него уже как бы это самое. А, то есть ответ... Хорошо. Раз у вас... Космин, вот вы занимаетесь, вы пришли сюда. Вот что вас ведет, кроме того, что... Вы, Космин, вы пришли через тексты? Я через жизнь, он через тексты. Практика. Нет, я просто, как бы у меня такой взгляд на эти вещи. Да, я считаю, что не следует смешивать все виды футуризмов, все виды фантастики, все виды научных экспериментов на протяжении истории 20 века вместе со всеми представителями русского космизма, большевиками, пролеткультом, значит, поэтами Серебряного века. Разумеется, очень многие вещи носились в воздухе. Разумеется, очень многие вещи обсуждались, передавались книги, статьи и так далее. Но мне кажется, что для того, чтобы понимать, нужно не только любить, но и различать. И вот это умение различать не в смысле одного человека и другого, а различать, что происходит, различать, что с чем связано. Вот без этого понимание как основа любви, мне кажется, невозможно. А есть еще у нас вопросы? Спасибо большое, коллеги, за вопрос. Спасибо огромное Марине за ответы на все вопросы. Спасибо большое за лекцию. Я благодарю за время. Спасибо, что пришли. Марине за время, уделенное нам. Спасибо всем, кто нас смотрел в трансляции. Мы обязательно выложим потом запись, либо сделаем лонгрид по мотивам лекции. Спасибо большое. Всем хорошего вечера. До свидания. Прошу прощения.